А вот его родственница Ранатра, чемпион по подводным пряткам. Ее тело похоже на побуревшую палочку, но такое растение опасно для многих. Из цепких лап этого клопа никакая добыча не вырвется. Но главная секретная способность водных клопов, которая помогает выжить в городе – умение летать. Если им что-то не понравится в их родном водоеме, они легко могут сменить место жительства.